Всех приветствует, дорогие зрители. Ох, какой вид! А из района Каркыджак. Смотрите, горы. Красота. Нашел эксклюзивный вариант. Квартира типа вилла, таунхаус. 4+1. Расстояние отсюда до моря 1700-1800 метров максимум. Вот даже море видно. Крепость Алания видно. Итак, дорогие зрители, Петя, ты могучий, но гоняешь, тает, волосы поднялись, аж на ноги тоже встали. Так, дорогие зрители, я в восторге от этой виллы, скажем, ну, таунхаус. Здесь общий бассейн, есть фитнес, сауна финская такая. Не видел, покажу вам. Огромная территория, один большой бассейн, один средний бассейн и одна маленькая лужа. Покажем. Квартира продается пустой. Вот это нижний бассейн. И в той стороне огромный бассейн. Вот так длиной идет. Также есть тут магазин. Шаговой доступности где-то 250 метров, 350 метров между ними. Впереди другой магазин. Района Каркыджак. Это у нас Голд Сити, это Ривьера, это горы. Это мистер Гаси в очках. По очень хорошей цене. Мы уполномоченная компания. Также, если вы желаете продать свою недвижимость, обращайтесь. Мы сядем за стол переговоров, обсудим политику и рынок. А потом определим цену вашей квартиры. Я как оценщик, как эксперт, как ваш консультант. Дам хорошую цену по рынку и буду двигать, поднимать цену с рынком. И вы будете в плюсе, и мы также заработаем свою комиссию. Честно, с потом и с улыбкой. И вы в плюсе, и мы в плюсе, и новые хозяева ваших квартир или виллы тоже будут в плюсе. У нас все четко. Вы должны быть честны с нами, и мы также по-любому честны с вами. Рынок сложный. У нас черепица. Проект был сдан в 2016 году. Тут у нас огромная терраса. И туда можете идти, и сюда можете идти. Есть открытая парковка, два входа, оттуда вход у нас, и также снизу. Есть лесенки, нужно спускаться вниз, также своя территория, в той стороне садик. Айда тут 750 лир, недавно подняли, было 440-500 лир между ними. Недавно подняли, что поделать. Со всех комнат есть выход на террасу, а также внизу у нас балкончики. Супер-пупер презентация. Такое, наверное, виллы типа таунхаус или квартира двухуровневая, как хотите называйте. Сложно найти. Это у нас дополнительная спальня. Здесь где-то 9-10 квадратных метров как минимум. Шкафчик установленный такой. Это у нас первый санузел. Я сейчас вам покажу другой санузел, он такой романтичный, эротичный. Специально стекла, я их название забыл. В фильме «Терминатора» там было, когда вот ногой щек ударял, там «Терминатор» залетал, Шварценеггер, вспомнили этот момент? Да. Здесь, кстати, вентилятор. Санузел тоже большой. Термопакет окна. Застройщик строил качественно. Это был единственный их проект. Алюминиевое все. Двойные стекла. Сторона здесь. Восточная, западная, южная. Все стороны есть. Кондиционер фирмы Бека. Лесенки у нас из мрамора. Вот.
Даже Терминатора напомнил, можете открыть, посмотреть фильм. Отсюда также выход на террасу. О. Самое главное в этой квартире. Хозяйская спальня, она вот, ну, не знаю, 20, наверное, квадратных метров. Вид на море. Отмерю для вас именно эту спальню, другую отмерять не буду. 18 квадратных метров без шкафчика. Чё-то стоим. Живая. Теперь смотрите. Закрою дверь. Выйду на эту террасу. Вид на море, вид на горы, вид на крепость Алании. Тихо, спокойно птички делают, там поют. Природа. Так, здесь газа не хватило. Открытая парковка для лелисопедов, мотоциклов. Но не звоните, когда съемку. Сейчас кто звонит? Так, перезвоню попозже. Так. Вот вид на крепость Алании, ее увидели. Отсюда также есть вход. Чуть в стекло не пошел. Ну, здесь тоже можете отдохнуть как-нибудь. Фотку сфоткать. Дырку видели, да? И-ха! Видите, какой интересный проход. Скрытная комната. Унитаз вообще они спрятали, чтобы запах туда не шел. Давай закрою, чтоб нас не увидели вместе с вами. Шпик-шпук-шпук! Люп-люп-люп, там делайте. Все работает, все катится. Никто не жил. Купили. Как все сломаю. Ой, вода пошла. Романтика. Представляете, лежите здесь. Смотрите на крепость Алании, вид у вас уже никогда не закроется, потому что в районе Каркаджак разрешают строить пятиэтажки. Там уже, видите, построили. Море у вас вид останется, горы тем более останутся. По всей вилле вот этой таунхаус есть теплые полы. Здесь, там, тут, везде. Идея, что качественный стройматериал использован, нигде не протекает, так как черепица. И здесь отдельная гардеробная. Также есть свет, который отключен. Также выходите отсюда. Заходите туда, прыгаете туда, принимаете душ и прямо в постель. Щипунг! Так, идемте дальше. Тоже кондиционер Бенко. Тут тоже освещение на стенках. Ну да. Будет потом закрыть. Закроем. Мраморные лестники. Спускаемся вниз. 4 плюс 1. Пятикомнатная. Наверху сколько комнат было? Два. 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 Минуточку. 4 плюс 1. Брутто 260 квадратных метров, жилая площадь 238, чистая вся полностью с балконами вместе. Ну, я округлю, скажу 210. Окей? Окей. Сюда ставится, кажется, телевизор. Та-та-та-та. Наверное, да, глубокий шкафчик такой. Отсюда... Ой, не буду все открывать. 4 плюс 1. Видите, какая огромная у нас гостиная. Кухня. Это гранит. Столешница гранит. Вытяжка. Фирма Бека. Плита Бека. Отсюда покажем вам вид на горочку. Там что-то строят наверху. Ага, микроволновка фирмы Бека. Молодильник Беко.
морозильник. Заразильник. Так. Балкончик. Тоже как терраса. Потому что открытая. Она как уровень, как лесенку сделали этот проект. Это маленький садик. И с той стороны, если я еще туда спущусь. Ха. Бассейн с аквапарком. Еще туда пройдусь. Ролик не закрываем. Сразу пишем комментарии, лайки ставим. Так как это эксклюзивный вариант. Сюда я не знаю, что будут ставить. Здесь свободно. Вот это теплый пол. Или нет, это этот цвет. Теплый пол в этой стороне тоже. Сюда телевизор, а туда я не понял, что ставят. Нагнусь. Так, а шторы надо поднимать. Тут отдельная кладовочка. Наверное, кондиционер внешне сюда выводит или что-то ставит. Видишь, даже стопоры есть специальные. Вот так, все обдумано. Алюминиевые. Ага. Кладовку. Теперь еще один санузел. Тоже есть вентилятор. 70 проточного водонагревателя. Третья спальня. Также глубокий шкаф. Кровать сюда ставим. Вот глубокий шкафчик. Двери вот так жак-жук закрываются, а так открываются. Балкончик. Вот такой вид. Если стол сюда поставить, вид у вас есть. Но желательно на террасу поставить. Вот здесь тоже продолжение садика. Там лесенки. Спускаемся к бассейну. Также к другому бассейну можно пройти через другую дорогу. Его тоже постараюсь показать. Мне она очень понравилась, эта квартира, вилла, таунхаус, как его называют уже, не знаю, кому как. Спальня тоже хозяйская, тут где-то 14 квадратных метров, она тоже не маленькая, здесь тоже отмерим. А. 1,5. Шкафчик внутри. Потом не звоните. Не отвечу. Так. Вид на крепость Алания, на море, на шторы. Все. Снял, показал. Лесенки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Восемь или девять. Спускаюсь я вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ступенек. И оказался я внизу. Так, здесь оказывушка, 1+1, другая квартира, я думал, садик тоже к ним относится, но это общего пользования, вот эта их территория, у вас как бы второй, третий этаж, таунхаус, пентхаус, еще как это назвать. Ага, я думал, здесь снизу квартиры нету. Кажется, сейчас увидел и понял вместе с вами. Вот. Можете также сесть, стол, стулья поставить. Куда я иду, сам не знаю уже. Растерялся, потерялся. Так.
покажу две дорожки. Одна отсюда. Я помню, в детстве мы их вот так стирали и выпивали сок. Ах, вкусно. Вот, спускаются эти лесенки. Тут у нас открытый бассейн, здесь есть пандус. Сауна в какой стороне тоже найдем. Этот бассейн они уже включили. Заработал. 1,40 м глубина. Здесь 1,10 м глубина. Сюда есть у нас дорожка также с верхней стороны. Вот маркет. Фитнес тоже где-то в этой стороне. Сейчас узнаю. Генератор. Кажется, подо мной фитнес, под бассейном. Огромный бассейн. Интересные цветочки, кто не видел, называется лисичка. Тут детский бассейн. Ой, какая красота. Два цвета. А я люблю природу. Вот вход. Можете припарковаться здесь, войти внутрь. И так. И также у нас проход вот отсюда наверх. По этим лесенкам. И вот так. Туда. Как желаете, так и пойдете. Сейчас спущусь я к инфраструктуре. Так, дорогие зрители, спустился я вниз. Оказывается, сауна не в этом проекте, а внизу. Извиняюсь, мне не дали неправильную информацию. Есть только фитнес, санузлы, генератор и два открытых бассейна. Джакузи вам хватает, думаю, что в квартире. Сауна, если надо, то идете в спа-центр, массаж делаете. И кайфуете. Все. Можно и отсюда выходить, тоже открытая парковка. Осталась теперь цена. Цена этой квартиры, этой таунхаус, пентхаус, 250 тысяч евро. 4+1, пятикомнатная. Есть малюсенький, только малюсенький. Пишите, звоните по номеру. +90 555 064 91 10. С вами был Агасий, Солнечная Алания, район Каркаджак. Всем радости, благополучия, процветания и мира миру. Всем пока-пока.